Сложно работать на необходимой амплитуде. Олеся Мануйлова со скакалкой. Сейчас будет композиция Дмитрия Бегака, который раньше составлял упражнения исключительно для групповичек, для гимнастов, которые выступают в групповом первенстве. Сейчас он занялся всеми нашими личницами, составил уже кое-что Алине Кабаевой и Ирине Чащиной. И вообще сейчас работает установщиком нашей сборной. Закончились лучшие выступления первого потока. На первом месте осталась Симона Пейчева, на вторую со вторым результатом сейчас Елена Ткаченко. А впереди у нас выступление двух лучших гимнасток России, двух лучших гимнасток Украины и интервью с Ириной Винер.